Последние годы своей жизни женщина боролась с онкологией. В возрасте 60 лет скончалась Ирина Гуненкова, бывшая жена актера Александра Домогарова, с которой он прожил в браке 12 лет. За это время у них появился сын Александр. Последние годы своей жизни женщина боролась с онкологическим заболеванием. Когда стал известен страшный диагноз, Домогаров нашел лучших врачей, но даже они не смогли спасти ее. Последние месяцы жизни Гуненкова провела дома, в окружении близких на паллиативном лечении. Несмотря на развод, Домогаров сохранил с Ириной близкие отношения. СМИ сообщают, что она была первой, кому звонил актер, чтобы поделиться важными новостями или посоветоваться по тем или иным вопросам. Делитесь этим видео с друзьями, а также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.